Купить квартиру, приобрести автомобиль – сегодня это недостижимая цель. Банки выставляют грабительские проценты, а низкая зарплата в регионах сводит на нет все усилия по улучшению жизни. Предприятия и местный бизнес, малое и среднее предпринимательство не растут и не развиваются. Сегодня они лишены доступного кредитования, а значит, лишены возможности открытия новых производств и создания рабочих мест. Нам обещали, что когда мы победим инфляцию, то кредиты и ипотека станут доступными, но этого не случилось. Банкам невыгодно кредитовать под нормальные проценты ни население, ни малый и средний бизнес, невыгодно развивать экономику. Зачем, если можно заниматься спекуляциями, выставлять грабительский процент заемщику, брать все имущество в залог и ничем не рисковать? Те, кто отважился взять кредит, попали в кредитное рабство и потеряли все.